Спасибо, Ксения. И перенесемся на другую праздничную площадку Тюмени и историческую площадь. Там также развернута мобильная студия канала «Тюменское время». Да, и с самого утра там работает наш коллега Игорь Канев. И вот что он нам сообщает о происходящем на площади. В этом году площадка у музея «Городская дума» стала местом проведения сразу двух выставок. В здании работает выставка «Война, Тюмень, Великая Победа». Посетители могут посмотреть, как жили простые тюменцы в довоенное время и в годы войны. Во что одевались, какая обстановка была в квартирах. За музеем работает выставка, уже посвященная непосредственно орудиям Великой Отечественной войны. Ну, конечно, главный подарок тюменцам к празднику – это обновленный рельеф «Тюмень победителя». С середины марта здесь шли реставрационные работы, и вот сейчас каждый желающий, горожане могут увидеть, какой грандиозный памятник получился. Длина его примерно 25 метров, акцент на деталях. Например, можно посмотреть, как в военное время выглядела норма хлеба, или вот пощупать настоящую винтовку Мосина.